Ну что ж, придется развеселить зимушку. У меня на сарафане косолапы петухи, да и сама не косолапа, косолапы женихи. Эй, народ, веселей! А то зимушка от нас никогда не уйдет! В минувшие выходные саратовцы собрались на территории детского лагеря «Молодежный», чтобы проводить зиму. Праздник «Широкая масленица» состоялся при поддержке регионального министерства молодежной политики и спорта и общественного совета при Саратовской областной думе. Конечно, хотелось именно праздника. Тем более сейчас в условиях пандемии мы заперты, мы носим маски. И вот так как-то хочется вырваться из этого. Мы даем людям надежду на то, что несмотря ни на какие трудности, праздник в душе, в сердце будет всегда. Только я на ту соловьюшка клюет, только я на ту соловьюшка клюет, и ой, малиною, и ой, малиною, малиною закусывает, малиною закусывает. Масленица – это всегда задорный и шумный праздник. Считалось, что тот, кто не ест и не веселится в этот день, проживет наступивший год бедно и безрадостно. Поэтому в народных гуляниях участвовали все без исключения. Организованные и замечательные люди все, здоровьем пышат и радостью. Ну, в первую очередь, масленица – это действительно настроение, хотя это языческий праздник, но веселья нам всем не хватает. Все ждем весну, с удовольствием сожжем масленицу. Чучело, да, 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 чучело масленицы. И наедимся блинов. Зима в этом году отличная, весна, будем надеяться, будет теплая. Поэтому нет, это же мы же русские, ну как без масленицы, с маленьких таких пор, ведь он я сам деревенский, у нас русские тройки, богатыри, ну сейчас, конечно, немножечко это позабыто, но просто, ну все равно весело, все равно это хорошо. Традиции русских людей. Пробовали блины, хорошие блины, и чай пили, так что все нормально. Все хорошо. Сами пекли, сами ели. Да. По словам организаторов, в условиях пандемии число участников действа пришлось ограничить. Но все, кто приехали на Кумысную поляну в субботу, с удовольствием принимали участие в проводах зимы. Пели, танцевали, перетягивали канат. О, весна победила! Два! И, конечно же, мерили силой. 76! 77! 78! Молодцы! Молодцы! Вы знаете, как минуты это разлить, ну, сейчас сказали, хватит, 86. 86 раз. Вы пожалуйста, там, что будут танцевать, нет, сейчас нет. Надо немножко нам пространство. Да, я занимался просто. А в таких мероприятиях вы принимали участие? Как-то? Ну, вообще, да. Девчонки, дальше, наверное, дальше, дальше. Да. Парни, дальше. Вы масленицу побеждаете? Ну, практически, да. Есть традиция, ну, значит, она должна быть существовать. Нужно праздновать, отмечать. Ну и, конечно, какие проводы зимы без ритуального сожжения соломенного чучела? Прощай, 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 масленица. В масляну мы провожали, тяжко по ней воздыхали. Прости, масляна, прощай, а на тот год приезжай поскорее.